Безжалостный прапрадед мой Адам обрек меня на тяжкое скитание. Но он, отец мой, чем ему воздам? О том твердить до смерти не устану. На благодарности наш голос явно крепнет, мы на второй ступени у молитвы. Не на просительной, на первой, где нередко от жалости и скорби часто всхлипы. Просить прощения себе, забыв обиды, которые нам недруг или друг доставил. На той площадке каблуки все сбиты, уж столько раз туда ныряли сами. Под сводом храма заливался хор, в словах к посту о нашем окаянстве. Великопостный начинался мор, слова о кале прозвучали ясно. В молитвах Богу, видя оперетты, да разве Бог в театре режиссер? На трехступенчатой молитве все согреты, петь только там, где грех навеки стерт. Престижно в храме голосом играть, в экстазе общем не скрывая данных. И, Господи, помилуй, нараспев сто крат, не хор спасенных, а только род поганых. Песнь восхождения в псалмах Давида есть образец, где развернуться пенью. Любому без предвзятости здесь видно, в словах псалмов не видно нашей пены. Себя спасенным нужно свыше осознать, не забывая прошлых гласов непристойных. Песнь благодарности второй ступени знак. Не больше раза пропоют достойно. Если Бог великий, дивный Иегова, сподобит вырваться с хвалебным на ступень, на третью, ангельскую, к ней вернемся снова и даст ростки в пыли замерзший пень. 19 августа 2009 года.